поселением и представительным органом поселения не утверждены и не согласованы. Соглашение на передачу полномочий в объеме, который предложил район, не заключены. Поэтому сегодня выступала Елена Александровна и доводила заключение контрольно-счетной инспекции, где написано: до утверждения районного бюджета на 2015 год необходимо в полном объеме заключить соглашение, подтверждающее законность принятых расходных обязательств. До вынесения на сельское собрание согласительная комиссия, к сожалению, не состоялась. Вопроса не отрегулирования, и в бюджете района стоит цифра, которая не будет принята депутатами Думы города Городца в том объеме, в котором предлагает район. Я скажу вам одно, что я, к сожалению, не была на публичных слушаниях по бюджету района, но у нас состояли публичные слушания по бюджету города Городца, где я доводила, что у нас единственное разногласие с районом, выступали и Елена Александровна, и Ирина Ивановна, выступали управление культуры, выступали работники муниципальных учреждений культуры, выступали жители города Городца. У нас на обсуждение бюджета города Городца зал практически был полный. Федеральный закон 131 содержит вопросы местного значения городского поселения в объеме 35 вопросов местного значения, по которым город Городец исполняет свои полномочия. Один из них – культура, по которым мы не нашли взаимопонимания с районом. Предложено отдать 53% из бюджета города, из годового бюджета города 53% на услуги культуры. Прошлый год то же самое, я перед вами выступала и просила обратить внимание администрацию Городецкого муниципального района на статью содержания учреждений культуры. Министерство внутренней политики пригласило меня на съезд мэров городов, и я участвовала в нем, и еще раз убедилась в том, что такие исторические города, которым тоже по 860 лет, это Углич, допустим, имеет тоже музеи, имеет в количестве 15 музеев, допустим. 14 из них частные, они не требуют бюджетного финансирования. Кроме того, от туризма бюджет получает ежегодно 15 миллионов рублей. У нас в 2014 году городское поселение город Городец содержало весь полностью Городецкий историко-художественный музейный комплекс в полном объеме на собственные средства. Я сказала уже вам, что 35 вопросов местного значения, из них это самое важное на сегодняшний день, это освещение улиц и микрорайонов, содержание и ремонт дорог, содержание бань, содержание кладбищ. На все это остается мизерная сумма денег, потому что трансферты, передаваемые району, занимают почти 80%. И на остальное мы должны исполнять все оставшиеся полномочия, касающиеся жизнеобеспечения и обеспечения комфортных условий проживания жителей города Городца. Поэтому единогласное решение, что мы рассчитали, приняли положение о расчете трансфертов и говорим о том, что мы определили цифру, которую сегодня поддерживают депутаты Думы города Городца.